Смотрите, какой же это красивый килл-эффект. Дорогие друзья, всем привет, с вами снова я, Зедайнек Артём, и сегодня мы будем играть Skywars на сервере, который называется Hypixel. И в сегодняшнем видеоролике мы купим самый лучший эффект после убийства, который существует на сервере Hypixel. Как вы знаете, сейчас у нас лето, 2022 год, и на Hypixel добавили новую штуку, которая называется Event Shop. То есть здесь мы можем собирать Event Silver, которых у меня сейчас, кстати, 480 штук, и за эти Event Silver покупать, получается, разные эффекты после убийства. Как вы можете заметить, здесь их очень-очень много. И сегодня мы купим Shockwave Kill Effect, который стоит 500 Event Silver. И он действительно хороший. Как он выглядит и остальное я вам расскажу в сегодняшнем видеоролике. И также, как накопить эти Event Silver, и также, как копить Event Level на Hypixel, сегодня это я вам все расскажу. Так что досматривайте обязательно видеоролик до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы этого не сделали. Но мы уже переходим к нашему видеоролику. Поехали! Ну а перед началом данного видеоролика я хотел бы вам разыграть лицензию Майнкрафта с полным доступом на сайт и с доступом на Hypixel. Чтобы ее получить, вам нужно поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и написать комментарий, в котором будет больше трех слов. Итоги будут в следующем видеоролике по Skywars. Ну а вот победитель из прошлого розыгрыша. Напиши, пожалуйста, в личное сообщение группы ВК dynekogames.net, и мы тебе выдадим твой аккаунт Майнкрафта абсолютно бесплатно. Играешь в игры, но у тебя не хватает денег? Заходи на dynekogames.net. Всего за 19 рублей ты сможешь получить лицензию Майнкрафта. Только у нас большой ассортимент, низкие цены, доставка 24/7. И все это на dynekogames.net. Ссылка в описании. Также мы ежедневно раздаем ключи Steam в группе ВК. Дорогие друзья, начинается наша первая игра на карте, которая называется Sunken. Играем мы в режим Solo Insane Mode. Итак, дорогие друзья, что такое Event Silver? Event Silver мы можем получать после того, как выполняем любой, получается, квест на сервере Hypixel в любом режиме. Это может быть как Skywars, Bed Wars, так и дуэли. За каждый выполненный квест нам дается определенное количество Event Silver. Всего мы можем набрать 100 Event Level. Но чтобы нам набрать Event Level, нам надо набрать сначала Event Silver. И давайте мы пока заберем сундуки, которые у нас находятся, получается, на центре. Золотые яблоки у нас есть, давайте даже скушаем их сейчас и отправимся к этим пацанам, которые здесь, кстати, PvP хотят. Главное, чтобы мне хватило зельки, и да, действительно, зельки у меня хватило. Убиваем одного игрока и идем убивать вторую девочку, у которой 8 уровень. Мы ее убили, отлично. Как набирать, я вам все это сейчас расскажу в лобби. Точнее, не расскажу, а покажу, потому что я уже, в принципе, все это рассказал. Допустим, у меня сейчас есть квест, который я должен выполнить, в котором я должен сделать, получается, давайте убьем этого игрока и убьем еще этого игрока, в котором я, получается, должен выиграть игру. И после того, как я выиграю игру, мне дадут определенное количество event silver, которым мы можем еще раз потратить event level. И давайте мы заберем, получается, железный меч, который у нас где-то здесь находился, я его потерял. Где же этот прекрасный меч? Я его видел у этого игрока, и куда он пропал, на самом деле непонятно. Остается у нас последний игрок вот в такой плохой броне, поэтому мы его сейчас убьем и выполним первый квест на Hypixel на Skywars, дорогие друзья. Давайте мы тэпнемся сюда и убьем вот этого челика, который у нас находится здесь. Где он находится? Господи, господи, как же тяжело. Он от нас убегает, и мы его просто берем и убиваем. Отлично, я убил, и ведь я сейчас выполнил, получается, квест на Hypixel на Skywars и выиграл, получается, игру, за что мне дали 30 Event Silver. Давайте мы пройдем вот сюда, зайдем, получается, в My Profile и посмотрим, сколько у меня Event Silver. У меня уже 510 штук. Чтобы нам их выполнять, мы заходим, получается, вот сюда и выбираем вот эти вот квесты. Как вы можете заметить, только что я выиграл одну игру в соло мод, в соло Skywars, и мне дали 9000 Event Experience. И получается, за эти Event Experience я получил Event Silver. А за Event Silver мы можем покупать любые, получается, эффекты, которые у нас существуют вот здесь вот. И еще раз напоминаю то, что мы сегодня купим Shockwave Kill Effect. Это самый жесткий, самый красивый эффект после убийства. И мы также можем выполнять данные квесты не только на Skywars. Мы можем это делать и
на Бэдварсе. Как вы можете заметить, если я выиграю одну игру на Бэдварсе, мне дадут 10 500 Event Experience. Получается, еще раз вам напоминаю, то, что когда мы выполняем какой-то квест, нам дается Event Experience, которая наполняет нам Event Level. За каждый сделанный левел нам дается определенный уровень. У меня MVP+, и мне дается 30 Silver за один уровень. Если у вас, допустим, доната нету, вот как вы можете заметить, дефолт, вам дается только 10 Silver за каждый уровень. И в каждом уровне, вроде бы, если я не ошибаюсь, надо набрать 30 000 Event Experience. Поэтому, дорогие друзья, как-то так, надеюсь, я все нормально и понятно объяснил. Но мы уже, в принципе, переходим к нашей второй игре по Skywars, где мы уже будем покупать данный киллэффект и тестить. Дорогие друзья, я решил перейти в Бэдварс, потому что в Skywars, на самом деле, тяжело рассказать тему данного видеоролика, потому что тебя все быстро убивают, и ничего, к сожалению, успевать рассказать ты не можешь. Кстати, играем мы вот на такой новой карте, на которой я еще вообще не играл. Давайте посмотрим, что это за карта. Он на меня уже, кстати, строится жестко. Давайте мы еще заберем пока ресов и буду убивать этого чела, который на меня уже строится. Это хорошо, что простроился, потому что он простроил мне путь, в принципе, к себе на базу. И мы сейчас его, в принципе, и убьем. Потому что путь у меня уже, в принципе, есть, дорогие друзья. Давайте мы сломаем ему кровать, и это все. Кровати у него уже совсем нет. Он, кстати, у него, кстати, 11 уровень, поэтому, ну, я его убил слишком легко. На самом деле, я апал 510 Event Silver очень быстро, потому что у меня донат MVP+ на Хайпикселе. Если у меня данного доната бы не было, я бы это делал в 3 раза дольше. Если бы у меня был бы просто дефолт ранг на Хайпикселе, как у обычных людей, которые только зашли на Хайпиксель новичков, у меня бы вообще, ну, не было бы доната, и я бы, на самом деле, эти Event Silver набирал бы очень долго. А точнее, где-то около 15 дней. Почему так долго? Потому что, как вы знаете, у людей, у которых есть MVP+, ранг на Хайпиксель, у них есть разные преимущества, в том числе и бустеры коинов, бустеры опыта и так далее. Поэтому в данном мероприятии, как вы понимаете, тоже были бустеры, которые помогали нам быстрее выполнять данное мероприятие и также быстрее получать опыт, который мы могли менять на уровень и, собственно, который мы можем сейчас, получается, поменять на разные килл-эффекты. Поэтому вот такие вот дела. Если бы у вас вообще бы не было никакого доната, вы бы это делали дольше в 3 раза. А точнее, где-то около 15 дней бы набирали примерно данные 510 Event Silver. Ну, если вы, конечно, играли бы каждый день на Хайпикселе по часу или хотя бы по 1,5 часа в течение 15 дней, тогда бы у вас бы все получилось. Но так как у меня был донат, поэтому у меня это заняло в 3 раза меньше времени, чем у обычных игроков. И давайте мы, в принципе, простроимся к себе на базу. Главное, чтобы на меня никто не строился. Я, в принципе, бегу пока вот сюда. Я там вижу, в принципе, еще челов. Давайте мы купим быстренько бронь себе и убьем вот этого игрока, который у нас находится вот здесь. У меня вообще нету, к сожалению, меча, но ничего страшного. Главное его сейчас убить, чтобы забрать свои эндерпёрлы. Оставить, точнее, чтобы они у меня были. Не эндерпёрлы, точнее, а алмазы. Господи, что я говорю, какие эндерпёрлы. Все, я, в принципе, прокачал себе бронь, прокачал себе меч и могу также купить себе еще, дорогие друзья, блоков побольше, купить себе меч, динамит, золотые яблоки и пойти зарашить, в принципе, игрока. Почему бы и нет? Но еще я хочу купить себе прокачку, получается, кирки. Точнее, чтобы у меня было быстрокопание. А, я не то купил. Я купил какую-то штуку непонятную. А надо было купить, получается, совсем другое. Но ничего страшного. Самое главное то, что у меня еще алмаз есть. Вот здесь вот. И я могу их, в принципе, потихонечку забирать. Давайте еще пойдем, в принципе, заберем некоторые ресы и убьем вот этого игрока, который... Опа, на меня кто-то опять идет. Это плохо. Я не могу убить того чела, которого я хотел убить. Но ничего страшного. Я могу побежать вот по этому пути и попробовать убить вот этого красного чела, который у нас находится вот здесь. Он куда-то бежит, и он, наверное, сейчас будет убивать кого-то. Кто у нас остался? У нас остался белый игрок. Вот белого я, кстати, вижу. А, и кровать белому сломали уже. Остался один я. И это, на самом деле, очень странно. Давайте мы убьем красного игрока, который у нас находится здесь. У него 2 хп. Я его, в принципе, убил. Это очень хорошо. Кстати, эти, получается, килл-эффекты, которые мы можем купить за эти Event Silver, они у нас будут отображаться как и на Skywars, так и на Bedwars, также и на разных других дуэлях. Поэтому это огромный плюс, потому что мы можем, в принципе, набирать эти Event Silver на разных режимах, и также мы данные эффекты, килл-эффекты можем использовать тоже на разных режимах. Это реально очень круто сделано. Это меня, на самом деле, очень сильно радует. И давайте мы заберем, получается, эти изумрудики, и, в принципе, у меня пока 5 штук. На меня никто пока не бежит, и давайте заберем еще здесь последний изумруд. У меня уже 7 штук. Ага. Значит, там уже розовый бежит на меня, и это плохо, потому что он меня может убить. Ну, хотя вряд ли, потому что у меня есть хороший меч, и у меня сейчас будут эндерпёрлы, потому что я хочу купить себе эндерпёрл и хороший алмазный меч, чтобы меня точно он не убил. А где он находится, он там все еще бегает. Странный какой-то игрок. У меня вообще лучше броня, чем у него, но он все
равно хочет меня убить. Ладно, нет, я на него не пойду, потому что мне надо закупиться. Он уже бежит к себе на базу, наверное. А нет, это не его база на самом-то деле. Его база вообще в другой стороне находится. Все, значит, мы бежим вот сюда, подальше от него, и буду я покупать себе, в принципе, фаербол, чтобы его скинуть, попробовать скинуть фаерболом. И также купим себе хороший алмазный меч. Я, в принципе, забираю еще алмазы, у меня целых 9 штук. И давайте повернем налево. Вот, налево захотел повернуть, и давайте теперь купим себе прокачку. Прокачиваем броньку, броню я больше прокачать, к сожалению, не могу, но ничего страшного. Теперь давайте мы купим себе алмазный меч и купим также себе эндерпёрл. Эндерпёрл у нас находится вот здесь, отлично, я это все сделал. Купим себе также поиск, получается, данного игрока, чтобы я долго его не искал, чтобы я прямо сейчас его убил, и все. Так, все, у меня эта штука есть, активирована, получается. Покупаем это и покупаем побольше себе фаерболов. Все, дорогие друзья, он у нас находится возле меня почти, потому что, как вы можете заметить, за 47 блоков от меня. Я его уже, в принципе, вижу. Давайте мы, в принципе, переложим эндерпёрл вот сюда, потому что что это он делает у меня так далеко. И, наверное, он мне сейчас будет рашить. Будет или не будет, интересно. Давайте мы его вот так вот один раз ударим, и он не упал, к сожалению. Плохо. Опа. И где он? Тоже не упал. Это ужасно. Давайте попробуем откинуть. Я хотел откинуть, на самом деле, этот фаербол, но не получилось. У него, на самом деле, много фаерболов, как я могу заметить. И мы пока простраиваемся вот сюда к нему. Он забустился, и давайте мы его просто возьмем вот так вот и убьем. Отлично, это победа, и как вы можете заметить, я победил игру на Бэдвардс, из-за чего я выполнил новую ачивку, новый квест, которым мы должны были выиграть хотя бы одну игру на Бэдвардс. За это нам дали 10500 event experience, и также я должен был сыграть две игры по Бэдвардс, что я тоже сделал, и тоже получил 10500 event experience, и также я выполнил еще один квест, в котором я должен был сломать 25 кроватей, поэтому мне дали еще 21 тысячу event experience, поэтому у меня уже новый уровень, который уже у нас 19. Давайте посмотрим, сколько у меня всего уже event experience. У меня уже 540 штук. И давайте мы прямо сейчас в этом лобби прекрасном и купим kill эффект. Вот этот shockwave final kill эффект. Нажимаем сюда и покупаем его. Я его купил. Давайте теперь мы его активируем. Он у меня, как вы можете заметить, активирован. И я хочу его протестить на Skywars. Очень сильно хочу протестить. Итак, дорогие друзья, начинается наша уже вторая игра по Skywars'у, и сейчас мы посмотрим, как выглядит данный килл-эффект на моем аккаунте, потому что на самом деле я надеюсь, что я не зря потратил 5 лет своей жизни, чтобы набрать 510 Event Iron, чтобы, в принципе, купить данный эффект. Ну и сейчас посмотрим, в принципе, как этот эффект выглядит. Надеюсь, я реально не зря на него копил. И давайте мы сейчас наденем, получается, этот нагрудник. Нагрудник я надел, отлично, и мы дальше простраиваемся вот сюда, на центре будем убивать сейчас противников, ладно. Хорошо, там игроки пока повыпахаются, или чем-то странным занимаются, а я пока заберу вот здесь вот сундучки. У меня есть нагрудник, все это 100% победа, потому что у меня есть эндерпёрл, у меня есть хороший нагрудник алмазный, и в принципе я сейчас попробую убить вот этого чела, у которого не хватает по нож алмазный, чтобы у него была полалмазочка. Я его убил, посмотрите на этот крутой эффект, посмотрите просто на этот эффект, как это круто выглядит, дорогие друзья, посмотрите, ради этого я потратил 5 лет своей жизни, чтобы апнуть данный килл эффект, и он действительно красиво выглядит. Нам надо отсюда убегать, потому что, к сожалению, меня все таргетят, меня дико все таргетят, и это плохо. Так, давайте мы пока телепортируемся вот сюда. Отлично. Нахожусь уже, в принципе, здесь. Давайте скушаем золотое яблочко и будем убивать этого игрока и посмотрим еще раз на этот килл-эффект. Ну, это на самом деле выглядит очень круто и очень красиво. Мне он действительно нравится. Телепортируюсь вот сюда, чтобы убить вот этого чела. Оп, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Я не знаю, кого мне убивать, на самом-то деле. Оп, аккуратно. Сейчас я, наверное, могу умереть, потому что у него сейчас должна быть делька силы. Посмотрите на этот действительно красивый эффект. Это просто пушечно выглядит. Этот игрок у нас остается последний. Я должен его сейчас убить, дорогие друзья. И я его действительно убил. Посмотрите, какой же это красивый килл-эффект. Я безумно рад, то, что я смог купить данный прекрасный эффект. Ну, давайте мы сейчас, получается, зайдем сюда, моя косметика, зайдем также килл-эффекты и посмотрим, как он выглядит. Посмотрите просто на это. Это действительно очень круто. Мне на самом деле данный эффект нравится. Ну, если вам тоже он нравится, можете, в принципе, написать в комментариях, почему бы и нет. Ну, и с вами был я, Зедынику Артем. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, если вы этого не сделали. С вами был я, Зедынику Артем. Всем удачи, всем пока, друзья.